Сегодня жители края могли проверить свои знания в области истории и культуры народов России. В регионе уже в третий раз прошел всероссийский этнографический диктант. Участники культурно-просветительской акции могли выбрать удобную для себя площадку. Всего в Барнауле-Ейбийске их было 5. Главное – в российско-немецком доме. В его стенах диктант написали порядка 70 человек. В задании было 30 вопросов. Большая часть из них сопровождалась вариантами ответа. Каждый имеет различную степень оценки. Максимально можно набрать 100 баллов. По мнению самих экзаменуемых, в сравнении с прошлым годом вопросы в меру сложные. Ну, вопросы были какие-то сложные, какие-то простые. Какой вопрос, может, тебе показался наиболее сложным? Про традиции коми-пермяков. Их основное блюдо какое было. Самый сложный вопрос, мне кажется, был. Всего на Алтае в акции приняли участие около 200 человек. Организаторы отмечают, с каждым годом число участников неуклонно растет.